Пузатые великаны, пермские мастера изготовили и уже провели последние испытания гигантского самовара емкостью 200 литров. Его высота 2 метра 20 сантиметров, вес почти 250 килограммов. Для внутренней рабочей емкости кузнецы использовали питьевую нержавеющую сталь, а декоративный наружный корпус выполнен из меди и патинированной латуни. Между ними толстый слой термоваты, поэтому чудо-самовар способен выполнять функции термоса. На его изготовление ушло 1,5 месяца, трудились вшестером. Это не только кузнецы моей кузнецы, это гильдия мастеров Урала, это 3 кузнецы принимали участие вот в этом вот проекте. Потому что такие вещи мы делаем гильдийно, для того, чтобы каждый почувствовал, прикоснулся к такой красоте. Достанется эта красота жителям города Ялуторовск Тюменской области, откуда и поступил заказ пермским мастерам. Дело в том, что Ялуторовск в минувшем году получил звание блинной столицы России. Там пермского исполина уже дожидается соответствующая его масштабам сковородка-блинница диаметром 3,5 метра. Подробнее о том, как наши умельцы воплотили в жизнь этот амбициозный замысел, смотрите в рубрике «Книга рекордов Гиннесса» в ближайший четверг, 18 января.